Всем привет, это Дневник Артиста, это Павел Зыков. В дороге в заснеженной Ленинградской области еду из Гатчинского в Тоснинский район. Сегодня работаю вместе со страусом, с обезьянами, там дрессированными собачками. У меня сегодня лазерный Дедушка Мороз, ну и другие мои номера, в том числе репризы. В общем, с цирком на сцене работаю я в эти новогодние, предновогодние дни. Все в снегу, все занесло, стою на железнодорожном переезде. На всякий случай очень заранее выехал, потому что, например, сегодня я знаю про одних цирковых артистов. Они не сумели выехать на заказ, на частный праздник, потому что они живут, ну, они живут в садоводстве, огромное количество животных у них, и садоводство это не чистят, они забуксовали, вместе с животными застряли, я не знаю, как там они выбирались, чего да как, в общем, не успели на мероприятие, они сегодня снежный такой коллапс. Надеюсь, правильно выговариваю название населенного пункта Фарносово. В конце населенного пункта по правую сторону должен быть дом культуры, концертный зал. Смотрим, едем, ищем. Что-то афиш я не вижу. Либо сняли, либо тут просто афиши сейчас не везде можно вешать. Так. А вот вижу дом культуры. Так, тут кирпич. Езжать нельзя. Ага, значит дальше. Значит дальше. Попробуем здесь подъехать. Это как, каждый раз, как спецназ, едешь, пытаешься понять, а куда тебе ехать-то? А где-то это будет происходить? Ну, наверное, дом культуры. Знаете, в советское время дома культуры вот так вот выглядели. И проще уже определять. Цирковой автобус здесь. А там страус ездит внутри. Вон, елочка. Ехали-ехали и приехали. Надо разгружаться, сумочки таскать. Бегом-бегом, бежал даже и не поснимал. Не закулисное пространство, а тут то машину переставить. Человека, который включает свет, до сих пор не нашли. С фонограммками тут разбирался. Готовлюсь, бегом. Луночка, собачечка. И страус ждет своего выхода, Феня. Ему я до Фени, потому что он Феня. Ну а Лунка, конечно, она молодец. Общительная. Ладно, ребят, мне готовиться надо. А, девочки и мальчики, привет. Привет, дорогой, давно не виделись. Привет, как жизнь? Так, шары таскаю за кулисы. Сюда, в этот уголочек. Ох, Катя. Вот работа, баловство. За кулисы. Закрываю. Сквозь шары бы пройти, чтобы не споткнуться. Кто ж тут не кидал их? Узнал самого дорогого артиста, точнее коллектив, в новогодние праздники. Самый дорогой – это Шнур. Его группа «Ленинград» – 15 миллионов за корпорат. Вот. We'll be right back.
подлежит планета Девять Морозов. Закончили, отработали, а зритель не расходится. Вот так вот здорово. Ладно, это дневник артиста, это Пашка Зыков. Поддержите канал подпиской. До новых встреч, пока-пока.